Даже кричать громко не хочется. Или говорить много. Это осенний, октябрьский, золотой лес в горах Крыма, в районе монастыря Сурбхач. Крокусы цветут, грибочки видны, лисички бегают. Туристы ходят, кстати, иногда. Дорожки тут есть. Удобство в монастыре. Вообще хорошо. Время золотой осени в Крыму. Самое-самое-самое красивое время. Буквально полчаса назад было солнце, было ярко, а сейчас раз такая пасмурность. Вчера был дождь, сегодня целый день тепло. Вот там вдали монастырь, а здесь буковый лес, дубы, иногда кизил и листва. Вот такое нормальное крымское самое время для отдыха, для прогулок по лесу, вдоль побережья и вообще наше крымское время. Я здесь живу вот так вот.